На льду Евгения Медведева, спортсменка, которая в этом году не почти, а совсем не проигрывает. Превзошла все наши ожидания. Превзошла однозначно. И великолепная музыка Исаака Шварца, мелодии «Белой ночи». Сколько раз смотрим, столько раз восхищаемся. А вот это становится интересным. Да, была ошибка. Вывалилась сакселя, да. Плюс, посмотрим, как. Плюс набор прыжков у Родионовой чуть-чуть интереснее. Но уже не все три прыжковых элемента во второй части программы. Это не все три прыжковых, все три. И еще у нее рука. Да, это тоже арбитры, безусловно. Да, но вот каскад, она прыгнула тоже в остановку, она прыгнула без продвижения. Дорожка также четвертый. И, кстати, практически на тот же плюс, что и Лена. Да. Борьба какая-то совершенно потрясающая между нашими фигуристками. Потрясающая. Никого даже не то, что близко нет. Даже далеко никого нет. Плюньте, хоть я слева сижу. В каком-то другом измерении. Жирафчика вручили Евгении Медведевой. И сейчас она предстанет перед телекамерами.
Терри всегда стоит как вкопанная. Как Александр Георгиевич. О, да, как... ее надо всегда в этом году просто поздравлять, потому что ее девочки, конечно, катались очень здорово. Только что Полина Сурская в Челябинске выиграла первенство России. Первенство России, да. Ну, вон они, голубки, сидят, да. И вот она, милая улыбка Евгения Медведева. Ну что же, огласите уже весь список, пожалуйста. Нет, я думаю, что они Женю поставят на первое. Да, да, так и есть. 72,5 балла получает Евгения Медведева. Чуть-чуть выше у нее оценка и за технику, и за компоненты. И на выходе примерно 1.5 балла она выигрывает у Елены Родионовой.